Видели, какая вчера комета была? Нет. А вы видели такой большой зеленый шар на небе? В долине фей есть древнее сказание о таинственной комете и о существе, которое она освободит. Кто же ты? А это уже любопытно. Очень скоро. Ты слышала этот рев? Какой? Такой? Нет. Фауна! Да, если слышишь такой, прячься. Феи рискнут всем. Ты что-то задумала? Кто, я? Ты, кто же еще? Чтобы изменить судьбу долины фей. Ладно, только громко не кричи. Я не кричала, я удивилась. И завести нового друга. Разве ты не говорила, что это существо вымысел? Я сказала, он не такой, каким его видят. Он может разрушить всю нашу долину. И что же ты с ним сделаешь? Что должна? Я когда-нибудь подвергала вас опасности? Да. До сих пор не согнуться. У Фауны очень доброе сердце. А теперь вперед! Наконец, мой разум и сердце подсказывают мне одно и то же. Фея. Легенда о чудовище.